Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. У обладателя согласно «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данной личности склонны к романтике. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.